Раз, два, три. Это не проверка, я просто так здоровый сегодня. Добрый вечер всем, друзья. Сегодня третья серия «Звездных войн» на Play TV. Хочу сказать откровенно, персонажи, который пришел сегодня в гости ко мне, требовали буквально в соцсети ВКонтакте. Я обещал Сереге скинуть скрины, сделаю это по пришествию домой сегодня. Итак, друзья, очередной четверг, рубильник шоу на Play TV, в гостях Сэр Бойко. Сереж, поздоровайся, пожалуйста. Тут у нас есть микрофончик. Не-не, возьми, поздоровайся с микрофоном. Да. Как дела, Сереж, привет. Все отлично, здорово. Спасибо, что пригласил. Очень рад тебя слышать, видеть, почему? Потому что всегда очень вкусная музыка. Я надеюсь, я уверен, что внешний сет будет в порядке. Опять же, спасибо за моим настольным. Поговорим немножко попозже. Всем хорошего часа музыкального. Давайте. Диджей Сэр Бойко на Play TV, рубильник шоу. Каждый четверг, 21 час на Play TV. Я жду пятницу в 22 часа на Европа Плюс. Скачать этот сет с нашего паблика ВКонтакте, я имею в виду паблика Play TV.
кстати, кто нас слушает в данный момент в такси, может быть, потому что в пятницу наверняка кто-то едет в это время в ночной клуб. Но хочу сказать, что диджей Сева Бойко, мы с ним знакомы уже полтора года, и каждый раз этот человек удивляет своим подходом к музыке, компиляция музыкальная. Каждый раз его сеты законченные, правильные. За один час очень сложно что-то вложить в музыкальном плане, в музыкальный сет, как на мой взгляд. Но у этого парня это получается на все 100%. Также Сережа является, в принципе, бизнесменом. Я думаю, что в качестве рекламы можно упомянуть антирекламу, значит, можно упомянуть ночное заведение ПАФ, кальянное, где тусовочки такие нормальные проходят. В принципе, вот что я хотел рассказать, если кто не знает о моем госте сегодня, диджей Сера Бойко. Я замолкаю.
лайв, поэтому все комментарии, в принципе, вы можете слышать. Сереж, сложилась добрая традиция каждый раз наш с тобой диалог начинать с одного и того же вопроса. Как устрицы поживают? Да я вообще не знаю, как они поживают. Вообще, живу себе ради бога, поживу. Скажи, если серьезно, про устрицы вопрос и ответ, в принципе, зашел. Да, меняя тему, но более серьезно, глобально касается музыкальных направлений, стилей. Третий раз у меня в гостях, и третий раз адекватно разные направления музыкальные. Сейчас более спокойная музыка. Где вы берете вдохновение, маэстро? Знаешь, это все зависит, мне кажется, действительно от настроения. Если то, что происходит, в принципе, в твоей жизни в данный момент, мне кажется, это отражается в том числе. Сегодняшняя музыка, ну, ближе к покою, но какая-то тревога присутствует, да, тревожная? Знаешь, я хочу сказать, тревога не присутствует только у того, кто лежит в могиле, наверное. Это ты про устрицы, да? Да, да. У нас у всех, как бы, все живые существа, и у каждого, на самом деле, о чем-то беспокоится, куда-то стремится. Это нормально. Я такой человек, что, возможно, где-то и переживаю что-то, но об этом не считаю. Все рядом, все хорошо, поэтому желаю вам того же. Спасибо большое, Сереж, спасибо за ответ. Хочу сказать, что скоро весна, держимся, несмотря на холода, скоро весна. На самом деле, я сам уже тяну, потому что, честно, устал от этих минус 20 по утрам. Так, друзья, каждый шлет на плейтве, у вас вечера на 1 час. Включайтесь, смотрите нас онлайн. Пятницу в повторе на Европа Плюс 22.00 на Фронтайм. Сегодня в гостях диджей Сэм Бойко, беру просто Сергей, Сережа нормальный парень, бизнесмен, с качественным подходом к музыкальным компиляциям талантливый диджей Джо Кей. Это Рубиник Шоу.
We'll be right back.
понял, она дала любимому человеку. Я говорю, что ты супруге обычно даришь на 14 февраля? Или вы не отмечаете это, братья? Закончи дом. Отмечали этот праздник ровно 12 лет назад. Сейчас уже когда, знаешь, уже, ну, старость, она такая штука, где-то хочется в тишине побыть какой-то. Поэтому я вас стараюсь, значит, расставлять где-то взять жену и уехать куда-то в другое место, в город, иметь обстановку. Вот. И чтобы не видеть всех тех, кто празднует 14 февраля. Как минимум, просто мне их жаль. Вот и все. Буду просить тебя поздравить всех влюбленных с Днем Святого Валентина. Хочу пожелать тебе, чтобы твои мечты сбывались. А всех влюбленных с Днем Святого Валентина, друзья. Любите друг друга, в этом сила. Но надейтесь только сами на себя.
Понимаю. Лего очень основательно рассчитывает, подходит к подбору музыки в компиляции, как минимум у меня в гостях. Друзья, Сэр Бойко на эфире, если вдруг кто-то только что присоединился, это Рубильник Шоу. Всем лайк. Yeah.
записи послушать и без моего, и Сережного голоса. Просто этот микс замечательный часовой. Сет от диджея Сережа Сербойко. Мы выберем микшоу на следующем встрече. Звездные гости у нас на следующей неделе. Следите за рекламой. Искренне вас уже нарубили. It's for you. A world's driving so hard to get there. The road began shaking. The lines were supposed to fall out. They bound me up so it's for you.